Представители ТЭЦ-2 нам пообещали рассказать, как обстоят дела с трубой. Завтра мы вернемся к этой теме. И к другим темам. Красноярская ГЭС перешла практически в руки Олега Дерипаски. Сегодня олигарху принадлежат 90% акций гидростанции. Сегодня стало известно, что Русгидро обменяла 25% акций ГЭС на 3,5% акций компании Евросибэнерго, принадлежащей Олегу Дерипаске. У государства в лице Русгидро осталось менее процента акций Красноярской гидроэлектростанции. Реальные деньги в сделке не были задействованы, но рыночная стоимость пакета акций Красноярская ГЭС, доставшейся Олегу Дерипаске, оценивается в 8,5 миллиардов рублей.